Итак, мы вышли из метро, прошли чуть-чуть Ректо и подходим, собственно, к Португалете, которая отсюда частично уже видна. Поскольку здесь горы-косогоры, то для туристов предусмотрено, ну и для местных жителей, предусмотрены вот такие эскалеры. Лесенки-чудесенки, по которым можно подняться. Я не пойму, народ стоит? Нет, едет потихонечку. Подняться, потому что ну, достаточно проблематично идти. Вверх уставшими. Мы пойдем вдоль моря к другой станции метро. И сюда уже не должны, по идее, вернуться.